такой замечательной игре, как Крафт на плоту. И мы вдвоем. Маленький повстанчик. Подключается к нам маленький повстанчик. Куда-то он пропал. Да, потому что я не вижу. Да, я решил. Куда-то пропал. Но ничего, сейчас появится. Я надеюсь. Продолжим. Давление Стима. Yes. Yes. Сукляны, 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 доска, доска. Доска, доска, доска. Мы, как вы знаете, на вчера построили радар. Радар построили. И даже опробовали. Так, есть. А маленький бастачик — это ребенок 7 лет. Да. Лев, не бегай голый перед камерой, пожалуйста. Так. Лев. Меня забанят. Так. Так, все, делаем веревку. Так, ну что, ты запустил? А, ты еще загружаешься, только я понял. Понял тебя. Тебя нету в Стиме. Я в Стиме. Тебя в Стиме нету. Как нету? Это тебя, наверное, нету. Я только что все загружал, перезагружал и в Стим через вечер подач. Странно. Тебя нету. Ну, подключайся все равно, какая разница. Как? Чё, как? Миры не найдены. Миры не найдены? Да, нету миров никаких. Очень странно. Миры не найдены. Можно так, перо, перо, перо. И... Вот, обновить нажми. А ты точно табличку сказал разрешить? Нету никакой разрешения. Нету? Ну-ка я посмотрю. А это ты не в сети, между прочим. Перезагружай Steam. Может быть, ты не в сети? Нет, Лев. Я-то в сети. Я уже один раз перезагружал. Ну, значит, не подключилась. Нет, я в сети. Абсолютно точно. Так, а тут делаем 2, а здесь 4. Ну, можно такой забор сделать, да? Тут не сделаешь, обидно. Ну и ладно. И фиг с ним. Так, сюда надо налить. А как наливать? Что-то я забыл. А, Е. Так, есть. Steam перезагружай. Ты не в онлайне. У тебя нету. У тебя интернет точно есть? Отключен. А, какой-нибудь сайт грузится? Диск 2%. Сайт, сайт. Ну, интернет. YouTube там. Нет, я YouTube паузу поставил. А ты в
выходил из Стима совсем, или ты только из Рафта выходил-то, из Стима не выходил? Нет, я выходил. Ну я давай. Я нажимал Рафт, Питти. Так. Это, я забыл. И загружал снова? Да. И он тебе ничего не пишет? Мне кажется, ты заблокировал, значит, Стиму доступ в сеть. Вот здесь вот нажимал выйти. Ну вот наверху. Steam. Steam выход нажимал. Сверху Steam выход. Нет. Вот нажми. Все, вот теперь загружай Steam. Сейчас я посмотрю. Ноль в сети пока. Кстати, я забыла то, что ты пить хочешь. О, ладно, ломает у нас. Ломает, блин, погань. Поганка сломала сеть. Ну ладно, на этом этапе сеть это... А теперь? Нет. Тебя нету. Тебя нет в сети. Мне кажется, вот выскочила табличка, ты нажал заблокировать. Заблокировал Steam, все. Заблокировать однократно. Я нажимаю только разрешить однократно. Ну, мне кажется, ты просто что-то не то нажал. У тебя нету всей. Если я уже 100 раз разгружался, это значит, что... Да есть я в сети, я же не в автономном режиме. Он показывает, что я в нормальном режиме, значит я в сети. Он все грузится. Перезагрузи комп, короче. У меня обновляется. О, тем более. Так, достраиваю тогда. Ты посмотри, что там продал. Что я продал? Ничего не продавал. Где острова-то? Надо же посмотреть. Чего, где острова? Ну, большие. Большие острова. Но это надо уплыть отсюда совсем. А я без тебя не хочу уплывать. Так. Так, здесь. Так. Алло. А дальше. Вот еще 20 есть. И еще 20 можно взять. Так. Здесь делаем так. Так. И вот это вот закрываем. И все. У нас получилась отличная наблюдательная площадка, да? И с нее как раз можно бросать мостик на остальные островки. Можно тут сесть, включить радар. Выключить радар. Все замечательно. У нас все в шоколаде. Да? Готов к запуску. Так. Один готов к запуску. Ну нет тебя в сети. Черт побери. У меня же еще загружается. Угу. Ну не важно. Понимаешь, тебе надо, мне кажется, перезагрузить комп. 100 раз тебе говорю, я Steam уже 100
Не Steam, а комп. Мне кажется, ты ему заблокировал доступ в интернет. Вот и все. Я пока рыбку плавлю, чтобы с голоду не помирить. Ну, ловись, рыбка большая и маленькая. О, старый башмак я поймал, блин. Спасибо, конечно. Так, гвозди мне нужны, да? Ножницы. Нет, а где гвозди? Все. Так, у меня есть... Так, стрела мне тут не нужна, это что, может... У него можно посадить. Ешь давай. Так, давайте пожарим. Вот так, еды теперь. Назад, назад. Еды теперь достаточно. Кого можно посадить? А, деревце какое-то можно посадить. Интересно. Я выловил башмак. Видишь? И в него можно что-то посадить. Там у него это... Это типа грядки какой-то. Видишь, там земля внутри. Да? Угу. Типа какая-то. Угу. Так, надо ловить рыбку, а то мы помрем от голода. Даже до сих пор обновляются. Понятно. Ты до сих пор не в сети. Можешь перезагрузить компьютер? Я могу, только когда у меня... Свеча в бутылке. Рыбу мне дай, рыбу. Чудило, рыбу дай. Давай, рыбу. Хватит мне бутылки подсовывать. О, рыбу, то, что надо. Так, что он пить хочет? Напиться мы, кстати, можем. Прям до отвала. И ночь провести за рыбалкой. Может быть, хуже. Вообще ничего не осталось. Так, скумбрия. Еще сельдь. Надеюсь, акула не сожрет мой плод, пока я тут рыбачу. Она жрет. Только я про нее вспомнил. У меня даже досок нету, чтобы починиться, да? Установка. Да. Какая еще установка? Вот-вот. Как ты устанавливаешь? У тебя же диск вообще не работает. Действительно. Крупных рыбок мне, конечно же, что-то не дают, да, совсем. Угу. Я пока нас едой обеспечу, потому что иначе мы тут... Скоро помрем от голода, у нас еды не осталось вообще. Готовый.
Да, ни одной, конечно, рыбы нормальной что-то не хочет нам давать. Давай, ловись, акула. Так. Так, а это мы положим сюда. Да, а это я сюда положу. Так, наверное, даже вот так. Я сейчас нажал отмена, у меня закрыто. Не нажимай отмена. Перезагружай заново. Ты отменил перезагрузку просто. Слушай, мне надо плыть, потому что иначе я сейчас помру. У меня нету. Я отплываю, слышь? Да. Но я не буду никуда причаливать больше. Потому что иначе у меня сейчас дерево кончится и... Ё, как бзда. Ну, перо здесь лежит зачем-то. Зачем здесь перо? И здесь перо лежит. Какая акула странная. Чё ты стоишь? Плотик. А, я понял. Вот так. Все, поплыли. Чуть-чуть развернуло, да? Но мне кажется, это не беда совсем. Гребенка все равно пока вперед. Так что плывем. Да. Неплохая такая. Здесь надо закрыть. Здесь надо закрыть. Да. Угу. И... И, в общем-то, все. Уплываем. А где-то надо нарыть. Так и так. Что-то там попалось. Так. Так. И башмак. Что тут у него? Арбузик, сетка, мед. Это хорошо. Надо строить сетки, я понял. Блин, я понимаю, что нам доски нужны. Собираем доски. Так, это можно выкинуть, это можно выкинуть. Так, изготовить. Еще нужна доска.
Так, еще доски. А сейчас радар будет показывать? Ну, пока сейчас отплывем, потом будет, да. Да, так. Чё она там дерёт, тварь? Веревок у меня полно, листьев у меня полно. Нужно о них не заботиться. Это выкинуть, это выкинуть. Только доски нужны. Остальное можно выбрасывать. Это выкинуть, так это изготовить. Все, 5 есть, отлично. 5 штучек есть. Перья надо выкинуть. Так, доска сюда. Еда сюда. Хорош. Сейчас посмотрим. Что он там показывает? О, есть уже. Прям к нему плывем. 1000 метров. Покажи, покажи. Вот это отплываем, а вот это он плывем к нему. Я бы думала, папа. Да, 1000 метров. Что ж ты со своим Стимом-то сделал? Тебя нет в сети. И тебя нет в сети. Ну давай я сохранюсь. Перезагружусь. Ну я обновлял Steam только что. Как это может быть мои неполадки? У меня игра только что в Steam обновлялась. Это значит неполадки Steam'а. Если бы она была офлайн, он бы не обновлял. Да? Надо включить изображение. Какое-нибудь интересное. Смешно, да? Подключение к аккаунту. Вот все, захожу. Тебя я не вижу. Разрешить. Ты нажал разрешить? Далее. Далее, далее. Опять что-то обновляется. О, вижу тебя. Действительно, что-то у меня было. У тебя было, я так и знал. Раз я так долго перезагружался, то значит были неполадки в Steam,
Раз у тебя показывается, ты сидишь. Все правильно. Что-то у меня было. Или в игре не палатки, она тебя не видит. Нет, Steam не видел. Ну ты Steam City не видел. Я тебя увидел. Ты должен увидеть, да. Давно нет. Ну погоди, мне еще не загрузилось. Все, заходи. Заходи. Трынделкин. Давай. А может игра вылетит? Думаешь, вылетит? Надо... Вот так надо сделать. Мам! Пойти посмотреть. О, Левгор, ты загрузился! Отлично, практически приближаемся. Наверное, надо все-таки. Все, я тебя вижу. Подождите. Надо сдать. Пушку нужна. Где пушка? Нету пушки. Деткомет, что надо? А там? Вот и маленький повстанчик. А вот и маленький повстанчик. Привет, дратути. Сетка мед есть. Все. Ну, амо. А, сейчас наше радио. А это что, не амо? А чем из в него палить, если не этими сетками? Чё-то я. Что-то я не понял. Если не этими сетками палить, то чем из него палить-то? Подходим. Надо в него не врезаться, а то мы развернемся и наши ловушки станут неэффективными. Прицелься в животное, чтобы ее поймать. Из чего? Веревкой? Нет. Правой кнопкой не работает, Е не работает, но АМУ. Чем палить из этой штуки? Мокрыми кирпичами? Прессы водой. Нет, стрелять из сеткомета чем? И я не знаю. Кисточкой? Нет. Наживкой? Нет. Пластик 4 сока. Главное нам сейчас не врезаться в этот остров, то что он должен быть огромным, по идее. Я хочу увидеть. Мега огромный. 700 метров до него осталось. Еще в красе.
Ну, потому что надо собрать кучу всего, кучу всяких. Потому что для краски нужны цветы. Цветы, да. У меня их было полно. Ну, куда-то они пропали. Не знаю куда. Что для... А, для грядки. А для этой веревка и доска. Нормально. Сколько же я досок взял? Я 14 досок Это очень хорошо. Доски нам пригодятся, потому что на большой остров надо много всяких досок. Так, что хотел сделать? Помнит. Хотел картошку посадить. скрафтил. Хорошо. Мне нужна краска. Нужна пресная вода. Так, сейчас я напьюсь. Ты налил, да? А, все. Отлично. Вот он-то остров. Проплываем. Там. Ты мне скажешь, куда якорь бросать? Давай. Акула. Бросай. 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 Бросил. Хорошо. Мы от него очень далеко уплыли. Так, сетку я-то поставлю, это не проблема вообще. Но это маленький какой-то остров, неинтересный. Вон он-то, видишь, впереди. Сейчас туман кончится, и увидишь. Не видишь? Ну, сзади, сзади, не впереди. Есть. Вон сзади, видишь, вон сзади плота. Вон там. А вижу. Молодец. Мы до него уже, видишь, никогда никак не доберемся. Можем, конечно, поплавать, пособирать хлам. Да, это забей.
Это не тот, значит, остров. Да? Это не тот остров просто. Ха-ха! Отлично. Я посмотрел, он 500 метров. Все, тогда плывем дальше. Плывем к большому. Главное, бок не проплыть его. Би-би-би-би-би-би. Я буду баловаться. Не надо баловаться. А где эта штука-то, которую я хотел? Вот она. Так, веревки типа кончились, да? Нет, вот здесь полно веревок. Полно гвоздей. Ты там ешь что-то, да? Что-то мы далеко уплыли от этого острова. Угу. Можешь, кстати, пожарить там картошку, свеклу, еще что-нибудь. Так, надеюсь, сейчас не слишком много я забрал. Да, вроде нормально. Он где-то вон там должен быть остров. О, я вижу. Ух ты, громадина! Обалдеть! Может быть, знаешь чего? Там может быть живет. Может быть. Там живет птица, которая нас будет атаковать камнями. Тогда я беру копье. А она будет высоко, ты ее не побьешь. А у меня есть лук. Вот лук, да, но все равно она слишком высоко. Надо убегать тогда с плота, чтобы она плот не разбомбила совсем. Но она пробьет плот, да, если. Обалдеть, какой огромный остров. Надо к нему как-то так причалить, чтобы на него как-то было можно забраться. Но вот. Звездочку. Да, я тоже. Звездочку. Ну, скорее всего, чего-то такое, звездочка. Пойдем поспим, пока это, пока, чтобы ночь прошла. Пойдем быстрее. Быстрее, 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 быстрее. Быстрей! Сейчас ночь пройдет, и мы будем лучше видеть. Да, я вижу, вижу. Короче, надо как-то... Ой, рыбки! Смотри! Ты видел? Рыбки! Рыбки! Смотри, куча рыбок! Вон, вон, вон! Лови их! А как я их словлю-то? Качкай! Да нет, вряд ли. Видел рыбка? Да, да, да. Отлично. Можно. Интересно, это декорация просто или можно их действительно поймать? Я моя удочка. Не знаю, сломалась, может быть. О, какой огромный остров, смотри. На него точно можно залезть. Причем можно встать на плот, точнее встать на якорь. И плотом залезть. Там равнины здоровые. Да. Сейчас мы поймаем барашка. Только чем мы его поймаем, я не знаю. Да. У меня сейчас от такого огромного острова... Шарниры сели. Игра заглючила. Кошмар. Получай.
Здесь шарнир и слиток. Да сколько уже можно делать? Ножницы. А так. Так это вот. Нафиг. Бат! Я сейчас игра зависит. Огромнейший, да? Да. Ты посмотри, какая прелесть. Пластик он нам не нужен. У меня пластика миллион вообще тонн. В нижнем ящике, ближнем. Девать некуда его. Главное сейчас не зацепиться боком за этот остров. Хотя... О, мы проплываем мимо. Черт побери. Не туда! Чуть мимо острова не проплыли, прикинь. Смотри, как скажу, бросай якорь, иначе мы врежемся, Лев. Там, да, там огромная птица летает, она будет нас бомбардировать камнями, поэтому, когда будешь это... Да, естественно. А, когда... Нет, надо просто идти, она, если ты идешь, она промажет. Там столько деревьев, ты б видел. Топор нужен точно. Точно, точно нужен топор. А куда эта птица? Она там летает, не волнуйся. Найдется. Так, надо еще еды с собой взять. Дай мне мой топор. Я не брал твой топор, я взял свой деревянный. А где мой? Не знаю. Кравчи. Надеюсь, мне хватит. Так, внимание, 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 внимание. Ты готов? Да. Готов, смотри, там бамбук. А потом нам надо будет уплывать оттуда, потому что иначе мы врежемся в остров, и нам будет плохо. Да, в другую сторону. Ну-ка. Не-не-не, не надо пока. Чё ты делаешь? Давай. Не надо пока. Я притворяюсь. Ага, понятно. А, заел. 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 А, ой. Не надо бросать, Лев. Подними. Сейчас. Подними. Я уже поднял. Поднял, о чем стоим? Точно поднял? Вот, в другую сторону. А там пластик. Бросай, бросай, а то мы сейчас это... Действительно, все, бросай. Так, ну что, пойдем? Ты готов? Короче, бросил, да? Да-да-да. Все, плывем. Я беру сразу в руки. Ой, сколько здесь... Сколько здесь классного. А! Акула, иди нафиг. Я пошел сразу. На остров, да, на остров. Но она только часть острова прикрывает, не весь. Так, давай смотреть, что здесь можно сделать. Так. Лач. Это, похоже, бамбук. Не... Во, лама, я вижу ламу. Бамбук, да. А чё бамбук? Ты его можешь собрать, нет? Ну, сейчас я не могу его собрать. Я могу только вот доски, пальмы. Вон лама, нам ее надо как-то поймать. Как поймать ламу, непонятно. Надо сеткой в нее кинуть. А как сделать сетку, тоже непонятно. Иди сюда. Иди сюда. Куда пошла? Я в тебя сейчас стрельну. На. Бух. Ничего не получается.
Так. Ничего не получается пока что. Так, а вот это что? Это не рубится. Камни не добываются. Я что-то видел. Что ты видел? Кабан нападает. Осторожно, кабан нападает. Знаю, я знаю, я знаю. Бери копье. Копье бери, да, давай. Из него добудем шкуру как раз. Где ты? Я рядом с тобой. На ресерч добудем шкуру как раз. Мне нужно... Ай, страшно. Очень страшно. А! На! На! А! Он меня чуть не убил. На! Убивай его быстрее, он меня сейчас забодает. На! На! Бей его! Я его один раз ударил. На! Получай! Ауч! Больно! У меня сейчас экран затрясся. Где он? Он у тебя согрелся. А! О, все, есть! Я получил. Я его взял. Где? Как, чё получил? Шкуру мяса? Нет, что получил? Кожа. Кожу? Да. Пойдем исследовать. Голову кабана. Ну нормально, пойдем. Голова кабана. Голову кабана, отлично, пойдем. Так. Алло, да ты несу. Хорош. Так, а мне надо поесть. Да что, я больше ничего не делал. Так. Все. И огромные деревья. Да, деревья. Но они не рубятся почему-то. А вон смотри, мусорное пятно какое-то. А вон, видишь, в водорослях плавает. Иди сюда. Да, я его вижу. Видишь, да? Отлично. Угу. Так, тут белый цветочек. Где-то нам надо найти еще грязь на этом острове. Где ее искать? What? Тут какое-то бревно. Оно рубится? Нет. Оно не рубится даже. Вау, какой а если лопатой копнуть его, получится? Нет, лопаты. Я лифт. Я нашел лифт. Лифт нашел? Хорошо. Наверх. Класс. Я сейчас вижу. Кого? Птицу. Ага, да? Но она меня не атаковала. Ну, а она будет кричать, когда атакует. Она сейчас кричала. Да? Как? Она камень тащит. Хай... Спасите! Спаси! Бегай, бегай. Все. Дышь, промазала? Бегу, да, промазала. Отлично. Спасите! Спасите! Это здесь... Здесь не заберешься наверх. Здесь. Ну, она камень принесет, потом побегает, потом еще камень принесет. Ну, короче, пойдем. Потом сядет, вон она села, сейчас камень принесет. Если ходить, то она не попадет. А! Нет, попала, зараза. Арбузик, отлично. Вот она опять подняла. Камень какой-то. Еще делать сетку, блин. Попало? За время. Да. Надо закругляться, Лев, уже. Мы на такой остров огромный залезли. Ты не представляешь, мам. Да сзади там бегает. О, еще арбуз. Нет, это наш. Это не... А, это наш, да. Вокруг острова. Да, мы убежали вокруг. А как забраться наверх, непонятно. Да? О, какая-то рыбка! Ай! Бррр, она взорвалась! И меня отравила. Я видел. Ничего себе! Что это было вообще за... А, еще и камнем меня она попала. Что за... Вообще жесть.
Кошмар. Чё было за нафиг такой? Да у меня вообще не осталось минус. О, ананас. Ананасовая семечка я нашел. О, я нашел ламу. Ну, ламу надо как-то поймать. А как ее поймать, я не знаю. О, я нашел какой-то куст наверх. А с сеткометом чего метать-то? О, забрался наверх. Как? Там какой-то был наклон. Где? Здесь вот. Где вот здесь? А. Здесь наклон. Можно поджампить. Нет. Да, забрался. Я тут рядом с тобой. О, да, я... Ага. Желтый. Она в воздухе висит. Кто? Это дерево. Ха-ха, прикол. Прикол. О, здесь пещерка, что ли? О, ты посмотри. Вот, наверное, в пещерке можно... Можно... Вон, вот земля, скорее всего, смотри. Сейчас сожру. Да, точно, это надо копать. Все, мы нашли землю. Опа, точно, грязь. Вот еще грязь. Все, мы в шоколаде. Грибы. Грибы. Их можно собрать. Обалденно. Да. А я какой грязь накопаю. Подожди. Ну, у меня некуда, ты собирай. Вот еще ящик. Вот еще ящик. Что я получил? Что получил? Рецепт. Какой? О, прикольно. А вот в этом ящике что? Вот здесь вот. Иди сюда. Куда ты пошел? Что там выпало? Веревка выпала. Все, что там было? Ну ладно. Я накопал 6 грязи. Какой гриб? Смотри, смотри. Сейчас, давай. Ого. А если ты его съешь, что будет? Умрешь? Он прибавляет голод. Голод прибавляет? Да, 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 чуть-чуть. Отлично. Ну все, мы в шоколаде. А это что за... Вот! Вряд ли. Есть вода? Ну, есть немножко. Пойдем на плот. Эй, не такой быстрый. Ну, попей только один глоточек, ладно? На. Некуда. Я их забрал, чтобы не исчезли. Дай. О, отдал. Забрал? Нет. Вон лежат. Отлично. Слушай, пойдем делать дерн тогда. О, знаешь, что еще надо? Надо срубить. Надо срубить кокосику. Я срублю. Давай. А, это манго было. Мне тоже. Да мне не надо. Я вот думаю, я лист выкину. Пластик нафиг выкину. Пальмовый лист. Тоже пластик. А куда они делись-то? Куда делись-то? Поганцы взяли. А, вот они. Вот манговые семечка. Манго.
взял только манго. Пластик из меня. Семечко я тоже забрал. Все, пойдем на плот я обратно. Я буду цветок изучать грибы. Пойдем обратно на плот, да, изучим. Изучим, ты изучишь это. Нет, шкуру, а я изучу грязь. У нас много чего появится интересного. Вот здесь. На востоке. Иди на Луну. На Луну иди. Но вот Луна должна быть впереди, и иди туда. Луна впереди, иди. Вот я, блин, вот вижу тебя, где ты там шляешься. На Луну иди. Вот Луну впереди поставишь, иди. Ну, чуть-чуть, ладно, чуть-чуть слева она должна быть. Уку, куда ты пошел? Назад! Да назад! Назад! Вот, на Луну посмотри. Чуть-чуть слева. Левее, нет, левее, не направо, слева она должна быть. Слева, слева, вот еще левее, чтобы она была. Ты на ней, она правее у тебя сейчас, левее, чтобы была, левее. Луну левее поставь, еще левее. Не в центр, а левее. Фух. Налево. Нет, не туда, в другое лево. Вот, туда иди. Да. Блин, посмотри на Луну. Поставь ее между курсором и левым краем экрана. Между курсором вот этим, вот когда ты на нее смотришь, и левым краем, чтобы на половине расстояния она была. Право мышку веди. Веди, 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 потихо. Веди, 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 веди. Стоп! Вот туда иди. Там плот. Наверное. Хотя нет уже. Уже Луна ушла. Ну вот ты, блин, ну блин. Вот, вот я прыгаю, ты видишь, нет? Я тебя вижу. Вот, я вижу плот, вижу плот. Все. Я видел антенки. Наконец-то. Это... Здесь лама бегает. Может, мы ее застрелим из лука? Короче, у нас очень мало времени. Давай исследуем все и сохраняемся. Я просто нажимаю выйти. Ну, я сохраняюсь. Ты выходишь, а я выхожу. Это да. Все, иди исследуй. Да. Я думаю, что их нельзя изучить. Ну, пока ничего, потому что еще шерсть нужна. Все, отходи. Подожди. Дай мне землю изучить. Земля много интересного дает. Мне нужна шерсть. Шерсть из ламы, но ламу надо поймать. Отойди. А это... Отойди! Больше ничего нельзя. Господи. Так. Изучить. Так, лужайка. Научиться. Все, мы научились лужайке. Отлично, мы молодцы. Всем спасибо. С вами был Повстанец. До новых встреч. Всем пока.